10 декабря во многих странах мира отмечается Международный день акции за принятие декларации прав животных. По-другому его еще называют Международный день прав животных. Суть праздника напомнить человечеству о том, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий. Актуально это и для Тверской области. В настоящее время в нашем регионе продолжается подготовка к внедрению современной системы обращения с безнадзорными животными. В частности, утвержден порядок организации приютов Осуществление деятельности по обращению с братьями нашими меньшими, оставшимися без хозяев. О том, на какой стадии сейчас эта работа расскажет наш корреспондент. Проблема, касающаяся безнадзорных животных, организации работы приютов для животных, оставшихся без хозяев, назрела в нашем регионе давно. На протяжении долгого времени активисты и зоозащитники буквально бьют тревогу. Ничейных брошенных собак и кошек на улицах областной столицы с каждым годом все больше. Никакая работа по их контролю, стерилизации и поиску новых хозяев, по крайней мере централизованные и комплексно, не ведется. С мертвой точки дела сдвинулось лишь в этом году, когда на региональном уровне всерьез заговорили о внедрении современной системы обращения с безнадзорными животными. В цивилизованном мире эта проблема, ее решение насчитывает уже где-то сотни, где-то десятки и десятки лет. И, конечно, мы очень сильно отстали. Более того, непонятная ситуация складывалась с 2018 года, когда был принят 498-й федеральный закон об ответственном отношении к животным. Прошло с тех пор уже, понимаете, сколько лет, да, уже. И у нас эта проблема, ну, в частности, в нашем регионе, в общем-то, решалась, я бы сказал, с отставанием. Вплотную к этой работе региональные власти приступили нынешней осенью. В частности, был утвержден порядок организации приютов, осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и контроля в данной сфере. Тема, которая, я думаю, которая никто не равнодушен, потому что мы на улицах, к сожалению, видим и бездомных собак, кошек, которые безответственные люди выбрасывают после того, как мы пытались себе завести животного компаньона. Мы считаем, что это очень важная работа. Это вообще показатель культуры общества, как работают с безнадзорными животными. И мы сделали ставку на общественников, на тех людей, которым не безразлична судьба этих животных. В частности, планировалось, что заниматься организацией мероприятий по отлову безнадзорных животных будет Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. А приюты для бездомных животных в Тверской области будут находиться в ведении некоммерческих организаций. Всего должно быть создано четыре таких специально оборудованных комплекса, однако по-прежнему ни один из них не начал свою работу. Даже тот, который уже построен в больших перемерках. О причинах в ноябре этого года рассказывал один из инициаторов его создания, депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Поскольку приют строился на муниципальные деньги из муниципального бюджета да, городского, то сейчас мы знаем, что вообще изначально функция отлова и содержания животных это региональные полномочия. И нужно теперь этот приют, построенный за городской счет, передать региону, так чтобы они уже своим финансированием дальше продолжали работу. Казалось бы, нужно просто перевести имущество из муниципальной собственности в региональную и дело с концом. Однако, как это часто бывает, победила бюрократическая сторона дела. Сейчас вопрос с передачей приюта на баланс области находится в подвешенном состоянии. И пока работу с безнадзорными братьями нашими меньшими взвалили на свои плечи зоозащитники, волонтеры и просто неравнодушные к этой проблеме тверичане. К примеру, благотворительный фонд Love Animals, руководителем которого является Ольга Рябова. Этими вопросами должны заниматься профессионалы. И, конечно, НКО, благотворительный фонд Love Animals, один из немногих, кто не только теоретик, но и практик в этой области. И, конечно, мы достаточно давно, уже более 20 лет занимаемся спасением, лечением пристройств животных. И мы, безусловно, готовы помогать и решать вопросы с безнадзорными с животными. Вместе с тем есть еще одна проблема. По информации, имеющейся у некоторых зоозащитников, бытует мнение, что надо запустить приюты во всех городах Тверской области одновременно. Но кроме больших перемерок, они нигде еще толком не построены. Ни в Бежецке, ни в Ржеве, ни в Вышнем Волочке. Пока нет даже проектов и специально отведенных для этого территорий. Но горожане уже заждались этих важнейших объектов и справедливо полагают, что построенный в Твери приют надо открывать без промедления, а не ждать еще полгода, пока другие будут построены.